Привет всем, вы на моем канале, а у нас сейчас что делается? Громкий фронт на пятнашку, громкий фронт на Лансер 10, и самая главная вишенка — это торпеда на мою Шеви Ниву, внедряя магнитолу. У нас ни хрена ничего не получается, но вы сейчас все это увидите. Пришла со станка ЧПУ, мы уже склеили ее. Так что скоро будем ее уже внедрять. Торпеду уже почти очистили от этого ядреного клея. Сейчас будем тестить смолу, уже наносить на эту торпеду, как она будет клеиться. Че, Володь, полный залив идет? Ну, проливаю маленечко. Да, по-моему, не маленечко, ты херачишь-то. 50 грамм всего. 50 грамм. Слушай, как в рюмочной. Угу. Ты в развес мешаешь? Естественно, на глаз. Какие у тебя размены. Володь, ну-ка расскажи еще раз, что ты делаешь и зачем? Сам не знаю. Просто ну, так... проверить вообще, блин, это как смола. Без праймера сюда нормально? А, либо мы с праймером смолу клеим, либо без него, правильно? Да, ну, по-моему, надо с праймером, но если она вот так вот хорошо встанет, праймер так и так будем наносить. Если она сюда хорошо приклеится, то это праймер лишним не будет, скорее всего. Посмотрим. Ну, она сейчас тест, в общем. Да. Ну, мистер блогер. И всем чем-то угодно. Заебись. Вот хуй его знает. Череби, точно такая же от Майфун. Так он встроен. Лансер 10, да, Кирюх? Не, 8. Я так и думал, первый. Примерочка. Че, Володь, первая примерочка, да? Все, провода будут куда деться. Да, снимать-то нечего, да? Ну или хотя бы не выкладывал. Взяли бы, да, блядь, сделали бы. Людк! А, Людк? Что? Глянь, что делается. Фрезер, да? Фрезер Вова. Володь, как получается? Фрезерует. Куда, в какую сторону крутится? Крутани. А, все правильно. Мне кажется, вот если бы не сверло было бы, арматуру быстрее, наверное, проточили. Вот ты чуть-чуть. По-моему, сейчас скоро сдохнет, нахуй. Что? Вова? Да не, он еще молодой. Ему полку. Молодой, да, речи. Володь, что, нормально приклеилось-то? Нахуй люди станки покупают. Хреново, да? А? Нахуй люди станки покупают. Тут надо. Ну что, да, делегация? Была бы она вот так. Переборка как? Была бы она вот так. Ну было бы пьёче, конечно, но она не такая, Володь. А можно меню перевернуть? Она же Android? Тут будки с тормашками надписи. А нахуя? Ну вот так после. Вот сядь тут. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? И заебись, бля, он так пиздец сядь. Чего? Хуй знает. Очень здоровая. Думаешь? Пиздец здоровая, ты чердана. Ну а чё, прикольно?
Ну а здесь вровень, да, сделаем, как хотели? Выгонь. Не факт. Не да, факт. Здесь вровень? Ну. Здесь вот так вот плавно. А, вот здесь вровень? Да. Блять, а как тут нахуй? Тут это... А, может вот быть... Так. А мы опустить ее тут не сможем, да, ну, чуть-чуть? Не знаю, тут тогда вот такая вот маленькая хуйнюшка останется, блядь. Ну и чихпых ее ногой, давай мы можно чуть-чуть, не? Или она это... Можем опустить, знаешь как? Как вандервафля будет. Вот этот низ, здесь сделаем 5 миллиметров. А, ну давай. Делаем 5 миллиметров. То бишь у рамки убираем низочек, да, маленечко, да, и опускаем. Ну будет желательно вообще... Желательно наверху сделать тоже 5 миллиметров. Ну да, ничего. Давай так и сделаем. Все. А. Понял там, как сделано? А кнопки отсюда куда пойдут? Да хуй его знает. На центральную какую-нибудь консоль. Вот так, ну, надо делать, Дима. Это иначе какая-то хуйня, блядь. Думаешь? Ну смотри. Как ты сделаешь здесь, чтобы было красиво? Типа слишком высоко этаж, да? Слишком топорно. Если была бы она вот так, еще куда ни шло. Вот так вот самый, блядь, заебись. Вот так. И прям вот в эту плоскость и делать. Туда и утапливать. Да, да, да. В любом случае, это, вот эта хуйня будет заподлицо вот с этой вот хуйней. Все будет заподлицо. Вот кантик тоже будет срезаться, и все будет заподлицо. Вот для чего нужны примерки, да? Как говорится. Да. Потому что здесь, если мы поставим ее вот так, ну, хуй с ним, приведем сюда этот угол. Здесь вот такая будет, ну, оковалок такой. Туда оковалок точно нет. А вот так вот тоже здесь, блядь, будет хуйня. Вот такая вот. Ну, короче, пиздец. Надо посмотреть элементы, которые мы вырезали, в каком они состоянии. Ну, давай. Володь, сегодня что-то муж ел ненужное. Все возможно. Поэтому так, наверное, думает, что будет так. Он художник, он так видит. Ага, художник, блядь. От слова худо? Я хрен его знает уже. Че, художник набрал? Да. С акваяжа. Не знаю, что тут, блядь, откуда. Вообще, это отсюда ли? Это... Оригами. Блядь. Тоже все не то, и это не то. Это отсюда откуда-то. Вот эту часть надо, блядь, где он? Только что даже на улице выкинули. Нет. Туда ее утапливаем, получается, приборка у нас придет вот до сюда. Вот это мы будем все тоже собирать. Хорошо, что не болгарка резали бы, а ловзиком. Там сейчас такой шов был бы, просто пиздец. Утапливаем, и вот эта вот хуйня, грубо говоря, вот сюда прямо заподлицо придет. Ну, а тогда ее как-то, может, тут приподнять, чтобы тут угла не было, не? Видишь? Этот угол мы будем делать тоже заподлицо. То есть дырки не будет вот этой. Все заподлицо, грубо говоря, вот так вот будет. Все заподлицо. Блять, ну не знаю, как тебе объяснить. Короче, все будет прям вровень. И здесь просто придет вот так сразу. Понял? Да я понял, понял, что ты хочешь сказать. Это хорошо. Народ, только объясни. Это понял, блин. Ну, как я тут объясню? Вот как я объясню, блин? Вот объясни, Дима. Объясни народу. Все будет хорошо, да? Нет. Хорошо уже не будет. Мы все порезали нас. Ну, а здесь как-то, блин, я не знаю. Будет шик. Да верх-то нормально сойдется. А вот бок, самое главное, как сделать. Вот этот вот? Ну, его уже... Вот с этой стороны. Ну, его уже попроще, Сань, чем такая мандула. Ну да, он получается ниже тут. Намного. Как-то вот так она пойдет. Шик. Ну слушай, а вторым этажом хотел... Тут же еще накладка. Одеть накладка. Но у тебя в багажнике? Да. Давай-ка вкинем. А мы хотели вторым этажом айфон второй не ставить. Влазит. Не влазит. Ё-моё. Потрепал ее Вадик. Ну вот так вот ее и гнать. Шик. И в ноль туда. И вот как-то вот до сюда. Прям вот так. Ну да, будет это прикольно, кстати. Только так, ну. А вот это надо еще брать, короче, торпеду надо скидывать. И вот эту всю залупу назад вклеивать. Вот эту одну только нужно вклеивать. Больше вот здесь надо. Тоже. Зачем? Тебя там лайкер будет идти волочь. А она лайкер, видишь, откуда идет? Вот, ну. Вот эту часть, короче, вот эту часть надо вклеить тоже. Ну ты это оригами заебешься собирать, мне кажется, вот проще отсюда. Сейчас посмотрим, там кусок большой же. Вот этот. Там же, говорят, кусок большой.
Вот это да, страна. Они обрубки. Как вот так. Как вот так. Ну и что, в принципе, реал, а дальше лайк. Да, уже. С той стороны стекломатом усилию и все. Вот это вот так. Да, надо вот эту залупу собрать, и потом уже вот это все уже резать и заново. Блин, надо еще посмотреть, как крепить эту магнитолу, чтобы она была съемная. Это уже другая проблема. Там она так впритык туда встанет, нахуй. Так, а здесь, Димон, что-то идет, не идет? Там, если магнитола будет торчать, где? Если мы вырежем. Здесь патрубков не будет, здесь заглушена хуйня. Здесь уже все заглушили, да. Здесь все уже. Ну, короче, ты... здесь получается вот это все, вот так она и будет. Такое дупло. Ну все, пускай он там будет. Нет, тут я имею в виду, больше ничего же нету. Потому что все патрубки, вот они у него, вон они. Вот эта хуйня вот она сюда приходит. Вот здесь получается это пространство пустое. Ну, будет здесь дыра, да? Отсюда. Я думаю, со стороны приборки, приборку снял, здесь болтик открутил. И можно здесь откуда-нибудь сделать какую-нибудь хуйню. Что-нибудь мне, кажется, мне кажется, нужно будет вот эту как-то фиксировать, чтобы она чик вставлялась сюда. Вот. А ту сторону уже как раз можно было испытать. Ну, либо так сделать. Что-нибудь. Да, я помню, вот так ты, Миша. Да. Ну, либо так, да. Все, Димон, мы вытаскиваем эту хуйню, а ты все собирай обратно. Конечно! Очень плохие. Ехать на одну минуту, и тут что-то, блин. Нихуя себе одну, на 15, блядь. Ну да, на 15. 15 одну минуту. И, Володь, зачем ты это все отодрал? Отвалилось. Отвалилось? Да. Слушай, это может быть от этой, какого? Того от самого? Клея. От неграмотности, да. А-а-а. Ёбаный ученый. Ну и что, как ты думаешь, на эту вундервафлю приклеится что-нибудь? Нет, 100%. Да? Пришлось снимать, потому что вот эта хуйня, ну, ее это, а тут это, вот эту вот полосу как заделывать? Это пластификат, ебать, жесткий дуб. Шпаклюй, клей, ничего, так и будет полоса. Поэтому пришлось все снимать. И все придется заливать шпаклей. Все это все делать. Обалдеть. Я не знаю, даже шпаклей хватит теперь. Нет.